Хочешь смеяться до отключки? Заходи на канал Глюка, куча веселых видео по Happy Wheels, GTA 5 и Майнкрафту, олдскульные игры и также немного веселого неадеквата. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию без модов. Давненько у нас уже не было этой рубрики, поэтому я нашел что-то, что будет полезно вам для выживания, да и не только, а также для строений, потому что сегодня мы будем учиться, как же, если простенько объяснять, как анимировать блоки в Майнкрафте, то есть добавить анимацию, рабочую анимацию в Майнкрафте. Сегодня мы сделаем ветряную мельницу и также водную, но вы сейчас все посмотрите, ребята, как только мы начнем. Но не забываем то, что каждый ваш лайк мне очень сильно помогает, и каждый ваш лайк ускоряет выход новой серии. Поэтому, ребята, если мы наберем хотя бы 1200 лайков, я даю вам свое слово, я вам обещаю то, что я сразу же выпущу следующую серию. Поэтому, ребята, не ленитесь, но вы действительно сможете мне сделать приятно за одну секунду, поставив лайк. Также подписываемся на мой канал, потому что каждый подписчик мой друг, и я для своих подписчиков выпускаю новое видео. Поэтому, ребята, кто еще не подписан, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что нужно, это просто нажать на кнопочку подписка, и я действительно буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы приступаем. О чем сегодня пойдет речь и дело, и вообще, что мы будем сегодня делать? В первую очередь, давайте выдадим себе командный блок. В принципе, все уже знают, как его выдавать. Если нет, то вот так. Сейчас я вам еще раз покажу. Майнкрафт. Мы выдали вот себе командный блок, и нужно поставить на землю сразу три командных блока. Три командных блока, да, ребята? Что сегодня мы будем делать? Сегодня мы будем делать, как я уже сказал, ветреную мельницу. То есть анимированную? Короче, анимацию ветреной мельницы. То есть она будет действительно крутиться. И это просто не может быть не круто, потому что это ванильный Майнкрафт, и в ванильном Майнкрафте у вас будет работающая анимация. Но что нам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нам нужно посмотреть направление, где будет стоять наша мельница. Сейчас мы смотрим на ист. То есть вам нужно выбрать, если вы сюда смотрите, то есть если у вас мельница будет вот тут крутиться, значит норв, значит вот тут вест, значит вот тут софт, то есть вам нужно выбрать, ну у меня на английском Майнкрафт, поэтому я так и говорю. Поэтому, ребята, вам нужно действительно выбрать, если у вас на русском, то смотрите на русском. В первый блок мы вписываем первую команду, ссылочки есть уже все в описании, ребята, вам просто нужно зайти, скопировать и все. Во второй блок мы вписываем вторую команду. Вот так мы вписываем. И в третий блок, конечно же, третью. Вот так, да. Эта команда у меня рассчитана на то, чтобы наша мельница работала, когда мы смотрим в этом направлении. А я вам уже скину ссылочку в описании на скачивание этой команды. Но смотрите, там у вас будет архив, и в архиве вам нужно выбрать три команды, которые будут соответствовать направлению, куда вы смотрите. Поэтому, ребята, не ошибитесь, потому что многие могут сказать, что у меня что-то там не работало. А может быть только потому что... Или у вас версия неправильна, кстати. Версия 1.9, то есть последние снэпшоты новой версии. Поэтому, ребята, пытайтесь, делайте, и возможно у вас это все будет работать. Но это офигеть какая большущая команда. Это офигеть какая большущая команда. То есть, как видите, это все спавнится, 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 еще продолжает спавниться. Это, наверное, одна из самых большущих махин, которые я только видел. Поэтому, ребята, это офигеть как круто. Ну, сейчас что нам нужно? Нам нужно прописать еще вот эту команду Game Rule Command Block. И фал, чтобы у вас просто в чате не флудило лишними командами, которые появятся после того, как вы активируете и вообще призовете вот эту анимацию в Майнкрафте. Сейчас, ребята, мы берем яйца спавна самой мельницы, которая у нас действительно будет работать как я не знаю, как это вообще в Майнкрафте можно сказать, будет работать как живая, потому что, ну, вряд ли вы в Майнкрафте сможете анимировать объекты, да. Ну, смотрите, ребята, мы ставим сюда, чтобы меньше слов и больше дела. Как видите, ребята, она полностью работает. Кто бы не хотел, чтобы у вас в городе была работающая мельница, то есть... Размеры ее, конечно, должны были бы быть, ну, чуть поменьше, я согласен, потому что если бы они были поменьше, то это бы смотрелось намного эффектнее, да? Но все же, ребята, это и так очень круто. Если вы, допустим, большой строитель, или вы хотите разнообразить ваш мир Майнкрафта, то эта команда идеально для вас подойдет, потому что мельницу можно сделать в любом городе. Мельница подойдет действительно под любой стиль вашей карты, или, да, не то что карты, а вообще ваших
построек. Можно даже еще один сделать. Можно еще один сделать. Допустим, еще один где-то... Ну, я не знаю, давайте где-то вот тут сделаем. Главное, не ставить их очень близко друг к другу, потому что это работать не будет. Ну вот, смотрите, как это прикольно выглядит, ребята. Это действительно все рабочее. То есть, как видите, они крутятся, вертятся, они не стоят на месте. И в ванильном Майнкрафте, к сожалению, мы пока что еще такое сделать не можем. Но надеемся, то, что в следующих, ну, не прям в следующих, а в следующих версиях разработчики Майнкрафта, может, что-то и сделают, и может... сделают уже даже анимации в Майнкрафте. Ребята, посмотрим. Но с ветряной мельницей мы уже закончили. Также мы можем сейчас сделать водную. Вы спросите, какая нафиг водная мельница? Ребята, сейчас мы посмотрим. Сейчас вы все увидите, как это делается. Удаляем вот эту построечку. И сейчас спавним другую. Сейчас мы смотрим в этом направлении, то есть водная мельница у нас будет работать в том направлении, поэтому смотрите, у нас сейчас написано West, значит нам в архиве нужно искать первую и вторую и третью часть команды, где будет написано West. Как я уже сказал, там разные направления, для каждого направления нужна своя команда. Ребят, это все есть в архиве, вам просто нужно зайти, скопировать и установить. Вписываем первый блок, точнее в первый блок в первую команду, вот так. Во второй блок вторую команду и в третий... соответственно, третью команду. Все, мы вписали и сейчас активируем только вот первый блок. Ждем, пока это все заспавнится. Ждем, пока у нас в чате появится, что команда была успешно установлена. Вот это. И сейчас мы активируем, потому что, как видите, тут можно... и выключить, и включить. Когда оно выключено, оно не будет крутиться. Соответственно, у вас будет меньше лага в Майнкрафте. Также вы можете прописать вот эту команду возле вашей махины вот этих командных блоков, и Майнкрафт будет еще меньше лагать. Сейчас, ребята, мы выдаем себе яички и идем спавнить водную мельницу. У нас тут, кстати, овечка решила скупнуться. Но, извини, овечка, сейчас нам... твою нафиг, сейчас нам действительно не дать... Уйди, пожалуйста. Сейчас мы это все сделаем, заспавним, и тогда иди купайся. Главное, чтобы тебя тут не разрезало, когда у нас вот это все будет работать. Ну что, ребята, вы готовы? Мы спавним. И небольшой фейл, потому что она должна была работать в том направлении. Но ничего страшного в этом нету. Почему? А потому что... потому что сейчас я построил это с этой стороны. И давайте посмотрим, как это будет нормально работать, без всяких лагов. И мы спавним, и оно начинает нормально работать. Как видите, тут есть небольшой баг, но он пропадет через какое-то время. То есть буквально через минуту это все стабилизируется и будет нормально работать. И как я, в принципе, сказал, это все стало на свои места. Конечно, еще не полностью, поэтому... поэтому мы еще немного подождали, и как мы видим, как мы сейчас наблюдаем, это все стало на свои места, и это действительно работающая анимация. Вы вместе сможете сделать и ветреную мельницу, и также и водную, и вы просто-напросто будете наслаждаться вот этим в вашем ванильном Майнкрафте. Потому что, ребята, это очень круто. Вот честно, вот это меня прям поразило, потому что с помощью вот этих простеньких команд вы сможете действительно разнообразить ваш Майнкрафт, и он, если честно, станет еще намного интереснее, и если честно, еще намного красивее, потому что не каждый живый день сможете сделать такое у себя в ванильном Майнкрафте. Это выглядит действительно очень круто, и вы каждый раз, когда будете забегать в ваш город в Майнкрафте или просто-напросто еще что-то делать, то вы каждый раз будете любоваться вот этими построечками, потому что они будут крутиться, они будут работать у вас на глазах без каких-то либо модов. Я еще раз повторяю, это только одна... ну, в принципе, три команды, но все же рубрика называется «Одна команда», поэтому, ребята, одна команда. Но неважно, вы это можете спрятать где-то под землей или тпкнуться на какое-то большущее там расстояние, заспавнить это все. Главное вписать вот эту команду, чтобы команда работала в любой точке мира Майнкрафта. И можете уходить, и у вас, в принципе, даже не будет лагать, и вот это все будет работать. Это, ребята, очень даже круто. Вы можете даже пароход какой-то построить, или какой-то катер, или большой корабль, и припендюрить вот эту построчку на бок, да, но все же пароход лучше подойдет. Вот это все поставить, он, конечно, будет стоять на воде и никуда не двигаться, но все же как это офигенно будет выглядеть. Поэтому, ребята, задумайтесь, это действительно сможет вам помочь в ваших постройках, если вы, конечно, большущий строитель. Но, ребята, сейчас на этом, к сожалению, мы будем заканчивать. Я еще раз повторюсь, я буду очень
очень сильно вам рад, благодарен, если вы поставите лайк, потому что каждый ваш лайк решает судьбу нового видео. То есть, насколько быстро оно выйдет, зависит только от вашего лайка. Не пальнись, это только одна секунда, но я действительно скажу тебе большое спасибо, потому что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу новое видео для своих любимых подписчиков. И, кстати, если ты еще не подписан, то я буду очень сильно рад, если ты присоединишься к нашей большой семье подписчиков. Все, что нужно, это просто нажать на кнопочку красненькую с надписью «Подписка», и ты станешь моим другом, потому что каждый мой подписчик — это мой друг. Да, ребята, к сожалению, сегодня мы уже будем прощаться в этом видео, но не забываем то, что новое видео может выйти очень и очень и очень скоро, и когда оно выйдет, как я уже сказал, зависит только от вас. Ребята, я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Именно тем, кто досмотрел это видео до конца, вы действительно заслуживаете уважения. Всем удачи и всем пока!